Так, ребята, всем привет. Вернулся я в американский заказник. И пока я тут лазил в инвентаре, тут кто-то ходит. И почему-то мне кажется, что это лосяра ходит здесь. Так. Опа, а там еще кто-то бегает. Да. О, тут целые... Блин, сейчас затопчут, ё-моё. Ничего себе. Тут целое стадо Рузвельтов прошло. Пробежала, бля. Кто там? Полосиха. Сейчас иду, сейчас иду. Сейчас все будет. Сейчас я манки сменю только. Так. Не сюда. Рюкзак. Манки нужно сменить. По оружию пока все то же самое будет. Не вижу смысла ничего менять. Мне нравится. Так, значит, это у нас лань. Северный олень. Убираем. Кабан убираем. Так, это оставляем. Добавляем сюда, значит, вот это вот. Вот это. Вот это. Лисица, койот. Нет, это я не буду брать. Ну как-то так. Как-то так. Так, теперь приманки. Манок на лося остается. Это мы меняем местами. Так, на олене самец будет на 5, на шестерке. Рузвельт сюда. Палатку пока вообще убираем. Блин, тут кто-то бежит. И вот это, наверное, сюда. Снаряжение. Это последним поставлю. Вот так вот. Кто? Да что же вы тут все бегаете-то, ё-моё? Вы же туда бежали, или чё вам тут? Чё мне имеется? Слышь, я ведь стрельну сейчас. Я ведь стрельну. Пошли отсюда. Так, иду сюда. Давно я здесь не... Опа, вот это самец. Нет, самка. Следы изучить. Сам изучай следы. Так, давайте начнем уже подманивать. Тут куча лосей ходит. Спереди и сзади. Возможно, тут есть самцы. Он, вон оно, вон оно. Ну-ка. Самец. Но этот... Вот врага маленькие. Самка. Да. Самец. Понял, понял, понял. Ухожу. Ухожу. Ну-ка, блин, да обойди-то что-то, я не знаю, какой-то коллега, ё-моё. Что ты как этот? По ветру.
по ветру. Отлично. Это еще что ли лосяра, или это тот самец вернулся? Опа, вот этот уже... Этот уже получше. Так, мне это уже нравится. Три лося, да, самка и два самца. Вот они. Вот еще одна самка. Интересно, самец не будет, нет? Непонятно. Слушай, тут живности-то размножились, пока меня тут не было. Боится, боится. Боится. А вон самец есть, ребята. Самец-то вот он, справа. Самец есть. Две самки. Это две самки. Самец справа вот здесь стоит. Вот здесь он. Прямо я туда смотрю. Там самец должен быть. Видел здоровые рога. Он где-то там. Надо ползти, чтобы этот куст мне потом не помешал, если чего. Ничего себе, там самец-то есть. Так его не видно нифига. Или он уже сменил позицию? В общем, ждем. Так, ребята, меня эти Рузвельты с самки здесь уже задрали. Что они тут все бегают-то? Туда-сюда, туда-сюда. Лосиха. Лосиха. Где самец-то, блин? Ё-моё, тут самец, я видел, здоровый. Либо он туда ушел, надо сейчас туда уйти. Шугать неохота, потому что только встанешь и, блин, день-то затаился, блин. Так, ребята, дождик начался. Лосиха тут стоит. Ну, я так и знал, что ты сдриснешь, бля, как только наведусь на тебя. Поэтому больше не подходи ко мне. Так, вон, кто-то идет, кто-то идет. По-моему, еще одна лосиха, да? Или это самец? А куда я спрятался-то, я не понял. А, это меня под елкой так не видно, да? Нормально получается. Достаем винтовку. Ой, бля, лук, лук. Хватит тут ходить, что называется. Забираем эту самку и иду за самцами. Вон там сам самец стоит. Это... Опа, это самец? Да ладно, ничего себе. Откуда ты взялся? Тебя же не было. А он меня почувствует. Он меня почувствует. Так как я стою по ветру, он меня чувствует. В идеале бы хорошо бы, если бы он меня обошел бы, но он не обойдет, да? Во-первых, я его не вижу нифига. Где он там затихарился? Что за самец? Что-то я не помню.
Где-то там орёт, предупреждает нас. Кто тут ходит? Самка, что ли? Еще одна лосиха. Самец где-то там. Буду брать самку пока тогда. Раз самцы не особо идут. Подранил. Да, упала. Так, ну что ж, две самки. Честно говоря, не айс. Самец не выходит по ветру. На него не срабатывает вот этот антизапах. Не срабатывает. Стоп. Еще одна самка. Самца нету. Самец есть, самца нету. Не хочет выходить. Блин, мне бы самку забрать. Хорошему. Опа. Быстро сюда. Там какой-то лось. А какой, я так и не понял. Возможно, самец подошел по-тихому. Подкрался. Ну-ка. Кто-то стоит. Да. Гаврик, это ты. Подкрался незаметно. По-тихому. Но это не тот самец. Это не тот, который орал сзади. Там сзади еще где-то. Это другой. Давай уже подходи. Внимание. Внимание. Встаем. 40 метров. 20 метров. Тоже смертельное ранение. Далеко, думаю, не убежит. Так, все, подбираем гавриков этих всех. Достаем наш приборчик. Так, и самка побежала куда-то туда. Вижу подсветку. Двадцать пять пятьдесят. В камышах, что ли, где лежит? След туда идет. В камыши куда-то. А, нет, вон она. Ушла она от камышей. Так, и самца сейчас забираем. Вот она. Правая легкая, левая легкая. Понятно. Понятно, что мы легкие пробили.
Туман после дождя. Так, ребята, вот самец лежит. Еле нашел его, честно говоря. Вот это второй, только след крови его. Между ними 50 метров разница. Между следами. Еле нашел. В сердце я не попал, да? Правая легкая, мягкие ткани, а левая плечевая кость. Так, ладно, иду туда сейчас. Посмотрю там лосей. Сейчас там лоси по-любому будут. Ага. Так, и как раз хорошо я иду против ветра, это хорошо. Вон он, это лосяра-то. Подошел. Я ушел оттуда, и он подошел. Чувствует, что нас нету. И вышел сразу, вышел. Пока мы там были, он нас чувствовал, не подходил. Так что вот так вот. Животное все чувствует. И не бо и боится подходить. Как только мы ушли, он осмелел. И у него все, сразу все нормально. Так. Иду в этом направлении. Опа, опачки. Вот это тоже лосиш-то такой. Не слабенький. Вот он. Да ладно, ты нас видишь, 300 метров? Серьезно? Что за дела-то? Что-то его спугнуло. Ну-ка. А что его могло спугнуть? Ну, он сейчас мигрирует. То есть вышел к пруду и вдруг дёру дал. Нормально. Но это тот... Нет, нам нужно уходить отсюда, потому что если тот будет подходить на нас сейчас, он упрется, и мы его не видим. Нам нужно вот в эти кусты сместиться. Переходим здесь. Водоем этот. Давай, 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 давай. Отлично. Меняем позицию. О, а там каково... А, ну я понял, понял, там, да, там... Небольшая, такая небольшая группа из 4 особей всегда отдыхает у этого памятника. Там памятник. Я помню. Так, надо уходить вот сюда вот. Вот сюда вот. С ними самец есть. Я его вижу. Вон он лежит. Так, а этот будет выходить? Будет, только он нам все равно не нужен, у него такой не особо. Идем сюда. И сейчас тут будем брать из этой группы самца. Сколько до них? 400 метров. Не знаю, насколько они близко мне дадут подойти. Почти 400 метров. Вон он, самец, в низине стоит. Тут Рузвельты еще ходили, я так понял. Так, ладно, сейчас буду подходить, там продолжим.
Так, ребята, на меня вышли две самки. Смертельные. Смертельные. Так, самца пока не вижу. Они, короче, пока я сюда подкрадывался, они отсюда ушли. В итоге я просто думал, что я буду ходить, искать, думаю. Прилягу здесь под кустом, отдохну, полежу. И вот они вышли. Пришли. Но самца при них нету, причем. Где он? Непонятно. А вот еще... А, это самка. Это самка. Самца нету. Да ладно, и ты еще тут. Так, ну давайте-ка еще разок. Еще разок. Может, самец выйдет все-таки к нам. Или это просто тупо две самки и все. Самца не будет. Одна самка, хотя это вообще может быть разные даже, это может быть даже не та группа, потому что одна самка пришла оттуда, а вторая оттуда вышла. Это, скорее всего, даже не та группа, на которую я шел, как бы. Это другая. Они поодиночке вышли. Так, время у нас половина четвертого. Вообще сейчас должна быть активность лосей начаться часов в 5, вот именно в 6. Потому что, как показывает практика моя, то что они очень вечером начинают выходить. Опа. Опа, самка подошла по-тихому, смотрите. Хорош, блин, ё-моё, ты что творишь? Так, очень интересно. А может быть, она не одна подкралась-то? Надо посмотреть. Может, тут с ней самец еще подошел? Нифиг. Опа. Самка, да? А вон та самка лежит. Я по ветру они. Так, стоп, это ты или там? Или там еще где-то кто-то есть? Но я его не вижу. Что-то непонятно, она одна или... Просто две самки подошло, без самца тоже. Куда она делась? Все срулила. Надо вот сюда. Здесь прямо. Если что, лучше все видно. Куда она? Все сбежало куда-то. Ну, в общем, буду ждать, наверное. Пока никуда не охота идти. Сейчас вам здесь подожду. Здесь место отличное. Возможно, какой-нибудь самец выйдет.
Так, это самка, да, гуляет? Не видно. Самка вроде бы. Самка. Еще одна. Две самки. Это светлая какая-то. Так, ребята, самка вышла одна. Двадцать метров. Есть. Есть. Забираем их. Потом ту. Да, отлично. Одна туда побежала, самка, да? Вроде самка была. Самцов нету. Там вот вышка есть, не знаю, может быть на вышку сходить сейчас, потусить на ней, подождать. Может быть какой-нибудь самец-то и выйдет. Да, наверное, сейчас на вышку схожу. Так, ребята, вышли на меня Рузвельты. Вот они, самцы. Вон тот особенно. Просто жесть, просто жесть. Встаем. Сядь. Никак они не встанут нормально. Ничего себе. Парниша. Все, берем. Вот этого. Надо, чтобы он остановился. Смотрите, какой красавчик. Есть. Есть. Вот это да. Вот это парень. Выходим. Неплохой самец, конечно, не лучший, но тем не менее, возвращаюсь на вышку. Так, сколько там по времени? Пять, наверное, уже. Половина пятого.
Хочу здесь подзадержаться, что-то неохота никуда идти. В принципе, можно здесь поохотиться с вышки. Возможно, под вечер еще животные сюда подойдут. Кстати, Рузвельты могут еще вернуться. Надо будет ждать. Вот. А пока я жду, я сейчас себе чайку сварганю. Все нормально. С бутербродами. Почему бы нет? Ждем, в общем. Так, ребята, вернулся один Рузвельт. По крайней мере, одного я вижу. Наверное, буду брать с винтовки его. Все, закончился у меня дезодорант специальный. Идет, идет. Так, а сколько время-то уже? Время почти 6, как и на моих часах. Совсем он удачно встал. А вот и лоси появились. Интересно, кто самочка? Сюда не видно его, где он там. Так, лосиха. Лосиха вышла. Опа. Еще одна, да? И, возможно, та уже с самцом. Хорошо бы, если так. Их не видно. Но этот сейчас подойдет. Тем более ветер от них. Это Рузвельта было сложнее приманить. А те-то, по идее, должны подойти. Нет. Тяжелая стрела ниже упала. Упала ниже. Так, подбираю я этого пока Рузвельта. А где там-то кричала? Далеко, что ли, где-то?
и не видно. Так. Ага. Ладно, пускай она идет, наверное. Я думаю, хватит. На этом все, ребята. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи, до новых встреч. Пока.